Сейчас рассмотрим позицию. Ночные сорочки. Германия. Очень популярная позиция. Много натуральных тканей. Хороший размер здесь. Как видим, износ тоже. Я не вижу износ. Все в очень достойном состоянии. По-моему, мужская. А может и женская, не знаю. Все должно быть женское, по идее. Здесь как комплекты мы тут, то есть штаны и типа туника, типа рубашка. Вот, так и просто сорочка. Износа нету. Качество отличное. Ну, немецкое качество, что говорить. Мужская рубашка со штанами. Трусами, точнее. Цена недорогая, 8,25 евро за килограмм. Вот даже в пакетах готовый подарочный набор, можно так сказать.
тканях особо не разбираюсь, но в основном присутствует натуральная ткань. Хотя вот есть и ненатуральные тоже. Вот полиэстер сатин. Мужские комплекты тоже встречаются. Тоже комплект. Тоже комплект. Даже триумф есть, причем новая с биркой.